Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас утренний обзорчик и куча интересных тем. Посмотрим, может где-то еще добавилось вчерашний календарь, который есть на немке. Так, начнем с английского сервера. Ну, я начну с обычного аккаунта. Мы вчера с вами здесь смотрели, тестировали. 40 лисичек, нифига себе, 40. 1200, нифига себе, за 100, 1200. Title Talent, офигеть. Ну, они, по сути, нафиг не нужны уже, но 1200 это реально круто. 3000 по этих печенек. Да, плюхи тут сегодня классные. Причем монетки здесь достать не так уж сложно. Так, 1 плюс 1 действует. Манс, Кала, Винтер, Чир. Это мы смотрели. Бонус, бонус, гифты, они стандартные у них идут, они их так и не меняли. 1505 багов, Prime Insignia, 1000 рипстеров, все то же самое. Алхимик, счастливое число. Ну, поехали дальше. Коллекционер. Ну, блин, за Суккуба посмотрите, какие плюхи. Было бы еще, наверное, круто, если бы этого Суккуба можно было просто нанять с КГшек и дали за счет. Но это вообще было зачетно. Такс, поехали дальше. Фортуна это закрыто. Поехали посмотрим сам рынок, что есть интересного. Такс, 40, ну 500 баксов, если собирать вот так вот. Я считаю, что это, конечно, вон такое количество. Ну, вера, в принципе, неплохо. Так, дальше, что у нас интересного, смотрим. Вот монетки, видите, можно получить. Ну, лесу собрать вообще без проблем сегодня. Так, 16, бардский, набарда, дуэлянт, расходники. Ну, такое. Поехали дальше, смотрим. Мишаня, 20 книг. 100 за новую, за косу. Не, это вон, это дофига. 50, вот, кстати, неплохой пак. Ну, такое, относительно неплохо. Поехали дальше, поехали посмотрим немочку сразу же. Ну, видите, не добавили. К сожалению, не добавили. Я не знаю, или добавят на других серверах. Возможно, попозже немножко добавят. Где-то с 30 числа, не знаю. Посмотрим как, но на немке, как видите, это реально кайфовая тема. 100. Так, что тут у нас? Магазинка. Посмотрим, что у нас тут подобавлялось интересного. Так, понятно все. Ну вот это акция, календарь, о котором я говорил. Я посмотрим за второй день. Получили, по-моему, 100 эссенций. Так, сейчас я гляну, позачекну, что тут у нас есть. Ничего не поменялось. Ну, в основном в 10 по деле, в 11 там по МСК меняется. Да, ничего такого нового нету. Вот 100 дополнительно получили. Так, как обычно, у нас не хватает здесь места. Ну, не хватает места, потому что на немке дают дофигища просто халявных плюх. Окей, поехали, смотрим Тайвань и идем на русский сервер, как обычно. Посмотрим, что у нас на русском добавили интересного. Так, Тайвань. Мэри. Короче, Мэри этих всех продают полным ходом. Распродажа какая-то. Не знаю, что будет дальше. Так, понятно все. Смотрим по Тайвань. Там что есть интересного? Может, что-то новое есть. Ну, на Тайване очень много, как и на немке, акций, которые не добавляются на остальных серваках. Поэтому... вот такое. Здесь они есть, не факт, что это будет на других серваках. Вот этот календарь, да. Ну, хотя, в принципе, зимний календарь появился у нас спустя там сколько, пару недель. Ничего нету. Ну, тут не меняют вот эти вот акции, например. На каждом сервере есть свои особенности. Поехали на русский сервер.
Ну бок, раунд абрикоса. Такс. Ну, за полпака, пол этого. Ну, я имею в виду полпака на английском сервере. Алис на русском сервере сейчас дешевле. Так, есть огник у нас. Что-то у нас такое по пакам. Огник, оккультист. И накопление. Надо списаться, кстати, с этими победителями прошлых еженеделек. И сегодня, наверное, посмотрим, как по времени получится. Так, ну такое. 50 на 50. Сфера дракона, рулетка, чарующие зимние радости, покупки, базар, сундук, временный... Оу, магическая рулетка. Купон, судя по всему. Да, есть у нас купонище. Мы получили 20 крока. Так, награды, уведомления, больше ничего. Подарки Авиара есть. Обновили их на русском сервере. Апекс камни, 500 книг. Ну, в принципе, более-менее неплохо. А, так, что у нас еще интересного есть? Сейчас я вам даже скажу купон. Паша мне опять скинул. Спасибо ему за инфу. Скинул по поводу купончика, что нас ждет в купоне. Сейчас я вам это покажу. Вот что нас ждет в купоне. Камень судьбы. Пятый, руна эмблемы, значок таланта, титула. А, ну, честно скажу, такое себе. Раньше было намного круче, когда давали слизни, когда давали книги. Таланты, титула, ну, нормальная тема, но не то немножко, что было раньше. Особенно эта акция была крутая для бездоната. И без донат имел возможность нормально получить плюхи и прокачать свой аккаунт. Но, к сожалению, его похерили, как и большинство интересных акций. Поэтому вот так вот. Окей, с этим разобрались, поехали. Жмакаем 450. Бум, ниндзя. Ну, есть у кого-то шанс, конечно же, вытащить. Сегодня, ну я не знаю, вот я специально сделал это на удачу. Такс, поехали, мой канал. Так, где там Q6 наши, да? Вы можете различить видосы по буковке U и хэштег, там это номерок, который у нас уже идет следующий. Такс. Комментарий, где там мой? Открою рабочий стол. Проходим, вытаскиваем, как обычно, спам. Все условия, ребят, есть на стартовой страничке. Такс, смотрим. Сейчас так зайдем сюда, чтобы оно обновило нам комменты. Не бойтесь, пишите. Каждый день я стараюсь сделать это чисто вспомогательное, помимо еженедельки. Это на каждое утро. Некоторые ребята угадали обычные. Но видите, на аккаунте Абрикоса просто исключительно падают леги. Так, ниндзя. Нифига себе, ниндзя, ну... Ледяной дьявол кристаллический. Блин, очень рядом. Ниндзя, это другое уже. Ну, вы можете видеть по желтенькому. Один человек угадал ниндзю. Ледяной дьявол и оборотень. Давайте. Так, ледяной дьявол. Артемка. Та ты что, Артемка? Ледяной синяя шаман. Тоже рядом. Ледяной дьявол, панда, синяя слизь. Ну, ниндзик, ребята, ниндзик. Так это пошло. Ну, блин. Почти, очень рядом. В общем,
Пишите комменты под этим видосом, ждите следующего розыгрыша. Всем удачи, всем пока.